Полицейские, оперативники, сотрудники ФСБ и даже МЧС наведалась в подпольное казино в центре Челябинска. Однако стать посетителем логова азарта на улице Курчатова оказалось не так-то просто. Сотрудники заведения забаррикадировались внутри. Организаторами незаконного игорного бизнеса соблюдались определенные меры конспирации. Так, вход в игровой зал преграждали три железные двери повышенной прочности. Оконные проемы были замурованы кирпичной кладкой. Однако данные меры предосторожности не помешали оперативникам попасть внутрь. Внутри заведения было обнаружено все, что необходимо для увлекательного времяпрепровождения гостей казино. 4 покерных стола, стол для игры в рулетку, игральные карты, компьютерная техника и несколько тысяч фишек. Все это было изъято полицейскими. Также были обнаружены и бухгалтерские записи по ведению игорной деятельности. Теперь правоохранители устанавливают организаторов этого бизнеса.